Всем привет! Хорошо. Сегодня мы посмотрим постройки Dubby. Hello everyone, we are going to watch the Master Builders Dubby buildings. Okay, let's start. It's a very big ship. Очень огромный корабль. Такой более старинный, old. Почему он полностью создан из метана? Из металла даже мачты. This is a very big boat, but his parts is made of metal, even the mastheads. Смотри, он ее сейчас будет ставить. А, неужели мы на нем поплывем? The boat on its ship. О! Ну, поставил. He placed it on the boiler. Go up. Мне кажется, он устанавливает еще. Да, он сейчас распектирует там все, чтобы не улетело. Смотри, тут все такое реприз. На тени посмотри. Watch on the shadows. Shade. А, окей. Что с тенями? Ё-моё. А, все. О, it's okay. Этот корабль создан из металла, если честно. Например, мачты или те же стержни. The boat is made of metal, even the masts. Смотри, тут столько много деталей, даже пушки. So much details in one cannon. Да, yes. И она даже работает. Хоф. Нет, она не работает. Нет, там внутри есть пушка. А. Watch its ship. Watch him name. What's name of this boat? Да. Что за имя у этой огромной лодки такой? У нее даже впереди парус. Him have matched on the front. Это просто, как сказать, торговый корабль. А. Просто торговый корабль. Не торговый, а как сказать? Ну, короче, боевой. It's the battle boat. It have a 6 big cannons and a lot of little cannons and a lot of other boats for escaping. Да. Тут есть 6 пушек и много маленьких лодочек для побега, так сказать. Здесь там очень есть, много красивых парусов. Парусов. Как это будет? Алые паруса. Him have a lot of the matches. Sails. No jump here? Нет. А, у тебя тут пака, мне нет. Короче, это парусник. Thanks you so very much. Спасибо вам большое. We can't swim on this boat. Can we swim on this boat? Да, можем ли мы поплавать на этой лодке? Эта постройка, кстати, тоже победила в постройках недели, то есть попала туда. Я не говорю, что победила, стала постройкой. Ой. This sailship also got on the participating on the week of the week. Can we swim on this boat? Or this is not available? Что? Он сказал, что этот корабль не помещается туда. Куда? В тоннель, вон. Но он слишком большой корабль. А, ну давайте-то хотя бы попробуем поехать. Let's try. Can we try, at least? Can we try it? I need to look. Thank you so much. Ok, let's go. Поехали. Can we launch? Он сказал, что эта лодка врежется в ближайшие ворота, но ничего страшного. Будем жить. Главное проверить. А удачность, это не важно. Oh! We go on this boat. Мы поехали. We have sail. Смотри, тут есть пушки. Видишь, тут идет такой огонек. There is cannons inside. Yes, я вижу. Там типа факел стоял. Оу, we so fast. Мы очень быстрые для обычного билдобота. Реально, мы перемещаемся быстрее, чем обычная вода билдобота. Типа мы быстрее чтение. We so fast. Не знаю, как там про чтение что-то говорить. Ой, ты там этот поосторожней. Ты можешь упасть. You can fall. Go теперь on. Я. Oh no. Oh no. Сейчас будет авария. Как будет на английском? The crushing. Всё. Crushing. А. Turn off collision on the matches. Скажи ему, чтобы он отключил коллизию матч. On the sail. Could you try turning off the collision on the sails, or this is not available? Тогда мы сможем проплыть, если он отключит коллизию, наверное. О, реально помогло. It's really good. It helped. Пойдем на кончик кораблика, там самое интересное. Знаешь, у меня джетпака нету, так что мне капец. I don't have jetpack, I don't go on the its. Если я упаду, то мы больше не будем его смотреть. Нет, что? Почему он подпрыгнул? Нет, no. What? До спасательной лодки прыгай. Как только ты сказал... Скажи ему, чтобы он спустил спасательную лодку. Turn its boat, please. And your boat, please. No, I don't die. I'm here. Please give me a boat.
Да я даже туда не запрыгну, у меня тут пака нет. Это к тому же оно какое-то. Я попробую. Я тебя подсажу. Давай, пошли подсаживать эти. О, нет, я, кажется, не доеду. Ой, оу, ноу. Он провалил. Оу, ноу. It's boat is... Dolphin. The boat disappeared. Он, кажется, сам утонул, поэтому... Окей, он деспавн. Оу, 0 FPS. Где он? Anyways, this jetpack is very good. Anyways, the boat is very good. Следующая постройка. Yes. The next building, the next building. Да, а jetpack сразу сейчас появится. And it's a ship. Это тоже корабль, но уже более современный и военный. This is a new battleship. Как будто и второй мировой. Вот это вот уже как будто бы и второй, да, да. It's ship from World War II. World War II. Так, сейчас он его поставит тогда. Подожди, он что, деревянный? Да. He make is the for food. It made of wool. Can we test it? Он даже красивее, чем только что был, который. Оу! It's ship can fly. Этот корабль может this летать. This ship can fly. Реально, летать умеет. Я его сейчас перехвачу на своем новом аппарате. Goodbye, ship. Пока, корабль. Ты не догонишь его, он уже улетел гиперскоростью. А, я не загружу, потому что там настолько... Ладно. Полетели за ним? А он удалил. А, печально. Him loads its again. Он снова это грузит. Наверное, конфеты. Гоу. А почему это корабль из дерева? Китайский. Гениально. Самое лучшее продать. Не, наверное, он просто лучше так смотрится. Фу. It's ship make of the wood. Как будет, почему этот корабль... Нет, меня сейчас корабль раздавит. Меня не раздавит. Оу. It looks very good. It's a China building. Китайский корабль. China battleship. Yes. Из дерева такой. Оу. Him very strong. Он очень сильный, смотри, он тащит целый корабль на своих плечах. Бедный. He is taking the boat on his arms. Теперь понятно, почему в английском столько всякого учат. Где он его сейчас поставит, и мы на нем поплывем. Надеюсь, он влезет в проход, и мы не упадем. О, its ship is done. Этот корабль готов к путю. Смотри, тут есть, тут, вот, смотри, тут помещение есть. Иди. Here is a помещение. A little room. Here is a помещение. It's a small room. Тут должны быть жеги. Жеги. Here is need a Zeggy. Zeggy. Zeggis. Okay, go. Let's watch the decoration on this ship. Давайте посмотрим сам корабль. Декорации его. Здесь очень много таких пушек. И они из одного материала сделаны. There is a lot of guns, but made of only of one material. Да, их тут очень много. There is very much of them. Впереди имеется огромный фонарь. Наверное, для самолетов. There is a big flashlight. It seems to be for jets. Также впереди имеется где-то в 3 раза больше орудия, чем это. Чем на всем корабле. Да. There is a lot of guns. Even on the front of boat, there is a lot of guns. Even more of the on from wall boat. Но не только такие здесь есть орудия. Еще из самого корпуса вылазят вот такие пушки по бокам. There is not only there are those guns. There is even the guns where is getting off the boat. Это все виды орудий, которые здесь находятся. This all the types of the guns that it has. Также тут есть сами вот такие, как сказать, подставки для всего этого, такие огромные, тут видно. And there is the holders of this boat. You can see it. Если так посмотреть, тут да. Вообще, это, если честно, легко сделать. А если издалека смотреть, то кажется, как будто это вообще какая-то гипермашина. If you see in front, you seem to be easy to build it. But if you watch from far, it's very hard to do it. Окей, can we sail? Can we sail this boat? Опять я удалю свой джетпак. Ну ладно. Нам надо в комнатку сесть какую-нибудь. Да. Пойдем. Окей, go in the room. Я пытаюсь. I'm go to you. Смотри, если я допрыгну, то я допрыгну. Если не допрыгну, то я буду вечно снизу. Прыгай на меня, на меня. It's a room for me and Риска. Наша комната. And Gabby shall come here. Смотри, это комната по-китайскому. Туда же китайский телевизор. Из дерева. It's a TV is on the wood. Made of the wood. Made of the wood. It's the China room. China room. China? А стоп. We don't go. Мы не едем-то. Тут секретная комната. Смотри.
Иди сюда. What? I'm go. Ну, по-китайски, конечно. Это ловушка. Круто, у меня же пак-то нет. Давай подсажу. Давай. Хоп. А, мы поплыли? Да. Стой, сейчас я запасом возьму. Хоп. Thank you for help me. Спасибо тебе, Бафой. Я бы там бы нас даст. Ох, we go on this ship in battle. Мы идем в атаку. А как он упадет с водопада? How is going to fall from the waterfall? Ну, мы можем это проверить. We can do it. We can try it. Как ты телепортируешься? Ну ладно. Мы реально как будто едем на битву какую-то такие вообще. Едем. We go on the battle. The battleship is going to the battle. Столько пушек, реально, никто не справится с нами. So many guns here. Come. No one can beat us. We beat a first stage. О нет, мы трясемся. Ох, no, we трясемся. Смешной английский. Oh no, we are shaking. Сквозь нас пролетела бабочка. It's the big бабочка. The butterfly flies through us. Смотри, после нас дорога чистая. Это очиститель дорог. Согласен. We beat a two stage. Мы уже два испытания прошли. Ой, так где там? Я как залезу. А, хочешь побегать по кораблю? Я пойду побегаю по кораблю. А вот мне это опасно делать. Тут очень много деталей, тут даже паровые трубки. Yes, here is so many detailization. Реально очень много. There is a lot of decorations. Думаю, сами пушки расставлять и делать было, как сказать, не так уж и сложно. Хотя да, это тоже сложно и очень красиво получилось. Ну, думаю, сложнее всего было сделать то основание, на котором они стоят. Мы там еще маленькие. Мне кажется, это тот самый детский корабль. Oh, him left on my room. It's my room! Все вышли из моей комнаты. Значит, он моя. А я вернулся. Oh. The big balls need to kill me. Him. We. Oh, no! Меня выбросило! Oh, yeah. No! No! Почему? Why? No! Почему на меня постоянно выбрасывают из этого корабля? Меня несколько раз уже выбросили. Оу, он вообще поломался. Корабль провалился. Погоди, дай мне посмотреть.